Очень правильно, что сделано досрочное голосование, чтобы человеку было удобно найти время и прийти поголосовать досрочно. Конечно, воскресенье – это праздник, это выборы, но вот для меня и для отрасли, которая сегодня как раз идет уборочная среда, люди на полях. И, конечно, будет удобнее, когда вот можно проголосовать утром, подойти до начала уборки. Всего в Гродненской области образовано 656 участков для голосования, в том числе 39 участков для голосования в учреждениях здравоохранения, санаториев, профилакториях, то есть местах, стационарах с постоянным пребыванием людей, плюс 2 участка в войсковых частях. Сегодня открылось 617 участков, за минус 39, которые откроются и будут работать только в день выборов 9 августа.